Значит, мы обо всем договорились. Вы, моя родная тетя, приехали из Киева. Войдете ровно через 5 минут после меня. Запомнили? Повторите, пожалуйста, у меня появился склероз. Вы, моя родная тетя, приехали из Киева. Вы можете сыграть мою тетю? Товарищ Бочкин, вы знаете, как я к вам отношусь? Я для вас могу сыграть хоть Анну Каренину. Не хуже любой народной артистки, честное слово. Я ведь была в самодеятельности. Я даже пела Снегурочку у себя дома, правда. Ну, вот что. Вот ваши вещи. Вещи. Войдете ровно через 5 минут. 5 минут. Одну минуточку. Между прочим, ваша сестра не будет дома? Она, знаете, ко мне относится как-то плохо. Не волнуйтесь. Она в это время всегда в институте. Вопросов больше нет? С ума сойти, какой вы интересный. Ха-ха! Работникам большой химии привет. Прости, Шурк, не будешь возражать, если я задержусь у тебя еще на пару дней? Ну, пожалуйста, живи хоть месяц. Тем более, что в хозяйстве ты просто незаменимый человек. Юра! Юр, мне нужна картошка, работать? Галка, а ты почему не в институте? У нас отменили семинар. Постой, почему отменили? Ну, откуда я знаю, спросил Николай Петрович. Ну-ка, мне нужно тебе кое-что сказать. Ну, чего это? Послушай, Галка, понимаешь, сейчас сюда придет наша родная тетя из Киева, поняла? Какая тетя? Ну, Маргарита Ивановна. А для чего ты это затеял? Чтобы выжить Юрку. Ты же сама говорила, что тебе с ним неудобно. А если приедет наша родная тетя, Юрка, как человек деликатный, сразу поймет, что ему у нас жить негде. Все? Все. Прекрасно. Прекрасно. Ничего из этого не получится. Почему? Я не хочу. То есть как не хочешь, Маргарита Ивановна сию минуту сюда придет. С чем придет, с тем и уйдет. И немедленно прекрати эту дурацкую историю с королевой Марго. Иначе я все расскажу Юре, ты меня знаешь. А что ж теперь делать? Выкрутишься. Ты всю жизнь выкручиваешься. Здравствуйте, здравствуйте. Я ваша родная тетя. Я приехала из Киева. Я буду у вас жить, правильно? Здравствуйте, дорогая тетя. Здравствуйте. Ой, какой неожиданный приезд. Здравствуйте. Познакомьтесь, это мой товарищ. Очень приятно. Лебедев. И мне тоже. Я ихняя тетя. Я буду у них жить. А где моя родная племянница Галочка? Ах да, ее нету дома. Она в институте. Нет, она дома, Галочка, как? К вам приехала ваша тетя. Она дома. Мы так не договаривались, товарищ. Шура! Вот она, моя дорогая племянница Галочка. Неужели это она? Ах, как она выросла. Ай! Какая она нетактичная. А где я у вас тут буду жить? Вы не будете здесь жить. Как это? А вы, дорогая тетя, не у нас будете жить. Вы будете жить у этого, у Гриши. Какого Гриши? Ну, у вашего другого родного племянника. А я не хочу у Гриши, у другого. Я хочу у вас, товарищ Бочкин. Во-первых, называйте меня просто Шурой. Дорогая тетя, у нас же негде, у нас нельзя. Все отменяется. Как все отменяется? А я еще тетя или нет? Тетя, но соглашайтесь на Гришу. Хорошо. Я соглашаюсь на Гришу. Он тоже мой родной племянник, между прочим. Дай свидание. Вот и прекрасно. Прекрасно. Тогда не будем терять времени, тетя. Как я волновалась, когда играла у себя прицельным. Я вас отвезу к нему. Отвезу к нему на машине. Вы видите, какая я артистка? Видите, понимаете? Вижу. Вы меня домой довезете?